Вася Ломаченко и Саша Усик, это, ну, я их фанат прям. Мужик пьяный нахамил, и я его как бы уже кулак занесся ударить, но потом рожал кулак и просто его шаблою почалу тем, кто посмилится. Прийти на мою землю с кулою чим и чем, буду боротися, доки Дніпро тече. Я отлично отношусь к спорту, я вообще последний год только боксом занимаюсь, вот вчера ходил на тренировку по боксу, обожаю бокс вообще, мне прям безумно нравится не драться, а вот как раз боксировать, ловить соперника, находить какие-то пути. Вот. Вообще для меня Вася Ломаченко и Саша Усик, это, ну, я их фанат, благодарен вообще судьбе своей жизни, что с Сашей Усиком мы знакомы, буквально недавно там с ним общались случайно по фейстайму. Что я могу пожелать? Да я им всегда желаю только победы, я прям не знаю, я как ребенок, который в них верит, будет верить, и несмотря вообще на любые ситуации в их жизни, поражения, победы, я всегда за них. Для меня это невероятный пример мотивации, мне кажется, вообще для любого жителя нашей страны, то есть Вася, да, например, человек. Погнали. Из Белгород-Днестровска, маленького городка, Одесской области, стал просто лучшим, вот без, мне кажется, без капли сомнений боксером на планете в наше время. Да, Саша Усик собрал все пояса за такой, ну, довольно короткий срок и получил кубок Мухаммеда Али. Это мотивация всем ребятам, кто живет где-то там в Жмеринке, в какой-то там, в Бердичеве, там еще где-то. Мотивация, что все реально, как бы. И все эти ребята рассказывают только один путь – работать. Ну, конечно, правильно работать, потому что можно работать, и сердце остановится. Вот. Он тренируется очень серьезно, у него очень серьезная подготовка, потому и, честно, я не сомневаюсь в том, что он победит. Он просил, и как-то был такой период у меня, что у меня просто реально не было времени, и сейчас он выходит не под мою песню. То есть на два боя перед турниром вот Мухаммеда Али, вот этим, он выходил под песню «Правила боя», мне очень приятно было. Ну, у нас, я ему предлагал одну песню, но «Козача потилиця, панам не хилиться», вот. Шаблою почалу тим, хто посмілиться, прийти на мою землю з кулею чим і чим, буду боротися, доки Дніпро тече. Була така пісня, в голові у мене ідея, но я не успів, Саня вже вибрав себе другу пісню, тому просто випущу таку пісню коли-небудь, і може якомусь ще боксеру вона прийдеться по душі. Мені приємно, що багато ребят, багато спортсменів в боксі, в смішаних єдиноборствах виходить під мої пісні, тому круто. Я доволен тем, что меня слушает очень много правильных людей, порядочных, сильных людей, которые знают, как это пройти через боль, страх, через неудачи, и это в два раза кайфово. Не дрался. Вот в эпицентре мне один там мужик пьяный нахамил, и я его как бы уже кулак занесся ударить, но потом рожал кулак и просто его в горло толкнул. Я говорю, иди отсюда, говорю. А он там: «Я борец, приезжай ко мне в зал». Говорит, иди отсюда.